Здравствуйте, уважаемый Юрий Габров! От всей души, от имени мастерской, поздравляю вас с обретением, с победой в конкурсе вопросов нашей мастерской. Ваш вопрос был великолепен, так как именно этот тростник, именно Арунда Донакс, является для нас очень важной вехой в истории нашего развития, в истории нашей мастерской. И в этом плане вы попали в точку волнующих нас проблем и каких-то успехов на этом поприще. И вот он, ваш футляр, а в нем двойной пищик, и звучит он вот так. Все, сейчас согласно нашим правилам я его дезинфицирую, кладу футляр в посылочку, и мы его отправляем вам. Напишите, когда вы его получите. Поздравляем еще раз вас.